добрались наконец-то до нашего отеля. С аэропорта нас везли 1:30, поэтому к этому надо быть готовым. Это не так долго, на самом деле. Отель у нас Карумар. Поснимаю его завтра, когда будет свободное время. Те, кто первый раз, у вас будет ваучер, вы заходите в отель, идете на ресепшн, показываете ваш паспорт, ваучер, и вас заселяют. Дезинфекция рук. Зачетный телефон. Чтобы вы понимали, он на самом деле электронный. Просит указать имя и фамилию и мерят температуру. Померили температуру, 36,6, записали данные и отпустили с Богом на регистрацию. У нас тут 20 человек, очередь, поэтому стоим, ждем, гуляем. Обещали нам дать поздний суп, возможно, нас покормят. Но если вы поздно заезжаете, если в отеле нету питания, ну, по концепции, то значит вы остаетесь без ужина. Такое бывает. Уютный отель, он новый, как нам мне сказали. Бар. Карумар отель. Активити. Я пошел в бар, взял чая себе. Даже если вам браслеты не одели, то, как правило, если находитесь в отеле, то можно. Они разрешают и дают вам напитки. Поэтому, если вы только приехали и заселяетесь, и нет браслета, большая очередь, спросите, можно ли подойти в бар, взять коктейль или еще что-то. Так легче ждать. Главный ресторан. Сейчас посмотрим, что такое вечерний суп и как кормят в Турции после коронавируса. Что у нас из фруктов есть? Дыня, черешня, арбуз, абрикосы, сладости. Ага, и здесь, в принципе, все, как и было раньше. Ну, наконец-то долгожданный ужин. В принципе, очень даже все неплохо. Они нам оставили покушать. Сейчас камеру поменяю, покажу вам. Из фруктов у нас абрикос, черешня, арбуз, дыня, салатик, супчик. Ну, то есть все, что необходимо голодному человеку. Ну что, мы поужинали, теперь ищем свой номер. Красивая территория отеля. Вот какие бассейны. Сразу вышел из номера и купаешься. Так, корпус С. У нас номер 3146. Это, судя по всему, должен быть второй этаж. Идите по указателям и не ошибетесь. 3129, 3148. Значит, наш где-то здесь. Ага, вот мы в него и заходим. Сейчас поснимаю. Ну что, чемоданы привезли? 3146. Так, значит, что у нас здесь? Душевая кабина, тропический душ, все в плитке, чистенько, аккуратненько, все круто. Фен, полотенце, все стандартно. Покрытие здесь у нас ламинат. Чайный уголок. Здесь, судя по всему, мини-бар. Вот что у нас есть в мини-баре. Чемоданы нам наши привезли прямо в номер, пока мы ужинали. Две отдельные кровати. Плазменный телевизор, кондиционер центральный. Все чисто, аккуратно. Балкон. Сейчас посмотрим, куда наш балкон выводит. Ага. А выходит у нас он на дорогу и на сад. Утром покажу. Балкон большой, два стула, стол. К сожалению, не видно. Еще разок. Опа.
Друзья, доброе утро. Начинается наш второй день. Мы сегодня находимся с вами уже в Турции, в Кушадасах. Мы переночевали. Покажу вам еще из особенностей номера. Мы вчера с вами не успели балкон посмотреть. Из маленьких приятных моментов здесь есть сушилка для вещей, что очень прикольно. Балкон, вот видите, какой большой, с видом на горы, на дорогу. Ночью была гроза, гавкали собаки. Здесь есть бассейн. Забыл вам показать, что здесь есть халаты и тапочки еще. Сейчас я нахожусь для вас специально в Турции. Это первый мой полет после коронавируса. Очень интересно посмотреть, как, что здесь сейчас происходит в отелях. Мы находимся с вами в регионе Кушадасы. Прилетали мы вчера в Измир. Сейчас отель, который мы будем инспектировать с вами, это Курумар. Находится он в Кушадасах где-то на окраине. Пока даже не успел сориентироваться. Сейчас вам покажу, что здесь дают на завтрак. Как кормят, как происходит подача еды после коронавируса. Пойдемте со мной. Это территория отеля. Мы видим здесь большой бассейн, детская площадка. Сходим посмотрим немножко попозже. Здесь у нас происходит завтрак, обед и ужин. Мы здесь ужинали вчера вечером. Ресторан. Видите, какой он большой. Людей совсем мало сейчас, потому что только полетели первые самолеты. Мираба. И что же у нас здесь есть покушать? Видите, все находится сейчас за стеклом. Стоят люди на раздачу. Вы подходите, показываете, что вам необходимо, они вам накладывают. В принципе, ничего особо не поменялось. Сколько вы захотите еды, столько вам, в принципе, и наложат ее. Здесь хороший отель, хорошая пятерка, хороший выбор. Что можно покушать. Вот видите. Доброе утро. Большой выбор фруктов. Слива, черешня, арбуз, яблоки, абрикосы. Конечно же, как же без сладостей. Мираба. Здесь у нас супы какие-то, вижу, на английском и на турецком написано. Конечно же, омлет, яичница. Ну вот, в принципе, и все, что здесь есть из еды. Выбор большой. Все очень вкусно. Мы вчера здесь ужинали, мне понравилось. Особенно фрукты. Фрукты свежие, сладкие. То, что продается у нас в магазинах, конечно, не идет никакое сравнение с тем, что здесь. Сейчас у нас завтрак. Будем завтракать. Thank you. Чередим. Ну что, наш омлетик. Друзья, будем с вами сейчас завтракать. Вывалилась ложка-вилка, сейчас это все вот в таких пакетиках индивидуальных. Поэтому вот как-то сейчас так. Спасибо. На завтрак выбор большой. Вот все, свежевыжатый сок, спасибо. Омлет. Все как обычно. Классика. Друзья, если вам понравился данный материал, подписывайтесь, там есть кнопочка, жмите ее, подписывайтесь. Для меня это очень важно, потому что так вы можете поддержать мне мой канал и помочь развивать его. Расскажите вашим друзьям, знакомым про мой канал, пускай тоже подписываются, буду вам очень признателен за это. Есть какие-то вопросы, хотите чем-то поделиться, были в этом отеле, пишите в комментариях, расскажите, пускай другие туристы, которые поедут в отель, знали, как на самом деле здесь, потому что я просто инспектирую, в этом отеле я жил, то есть мне он понравился, но в многих отелях я не живу, мы буквально 30 минут сюда попадаем.
летаем, и у меня нет возможности все посмотреть и увидеть. Мы видим номера, которые нам показывают, мы видим территорию, которую нам показывают, и объективно вы только можете сами, смотря это видео, оценить, стоит вам ехать в этот отель, не стоит. Ну что, друзья, я позавтракал, сервис у них, в принципе, хороший. Единственное, что я просил 2 раза чай, и мне так до сих пор его и не дали. Но я думаю, это не настолько критично. Я уже собрался и пошел, потому что времени не хватает. И сейчас нам надо будет уже ехать на инспекцию отеля. Ехать нам до следующего отеля, который будем инспектировать, где-то 2 часа. Час 20, они говорили. То есть мы сейчас обратно возвращаемся в сторону Измира. Будем инспектировать отели. Буду вам показывать. Ночью я вам показывал, сейчас покажу здесь, какая красота уже, соответственно, днем. Особенно, смотрите, какой бассейн. В лифте вот такие вот следочки, чтобы вы были на расстоянии друг от друга. Это подъезд к ресепшену. Как видите, с одной стороны у нас находятся горы или холмы. Горами назвать их сложно. Заходим с вами на ресепшн. Первым делом вам надо обработать руки средством дезинфицирующим. Вот здесь оно подходите. Руку так раз, эп. О, вам капает немножко. Обработали. Потом у вас померят температуру, запишут ваше имя, отчество, укажут, какая у вас была температура. И дальше вы проходите на регистрацию. Показываете ваш паспорт, показываете ваш ваучер, вас заселяют. И дальше вы отдыхаете. Ресепшн, видите, большой. Все в мраморе, чисто, красиво все. Я уже в этом отеле пожил, поэтому могу вам сказать смело, что отель хороший. И по питанию, и по типу номеров. Вопросов никаких у меня не возникло. Зона для отдыха. Также есть зона для отдыха еще на минус первом этаже. Можете спускаться туда, отдыхать. Бар. Что у нас есть в баре? Чай, кофе, напитки, Jim Beam, Red Label, Valentine's, Bailey's, Malibu и так далее. Что у нас дальше? Есть, конечно же, у них терраса. Прямо с лобби вы выходите на большой балкон. Здесь установлены кресла, диванчики, зона для отдыха, и открывается классный вид. Кстати, солнце садится вот в той стороне, куда я сейчас снимаю, поэтому вечером очень круто все это смотрится. К сожалению, деревья мешают посмотреть, но все равно очень и очень красиво. Территория у них большая, у них очень классный бассейн. Этот бассейн весь соединен по кругу, вы можете плавать здесь. Вчера я навернул круг, бассейн чистый, все хорошо. С вами вернулись на лобби. У них вот такие вот большие картины на протяжении всего отеля есть. Рыба. Спускаемся с вами на минус первый этаж. Здесь есть тоже свой бар, кофе, но сейчас все это не работает. Также здесь есть игровой центр. Вчера я в него заходил, посмотрел, он работал. Видите, какая большая зона для отдыха. Достаточно места будет всем. А это у нас дорога в ресторан. Если он еще не закрыт, сейчас вам покажу завтрак. Это, судя по всему, кондитерская. Здесь какие-то сладости, чай, кофе. Сейчас тоже пока что закрыто. Я так понимаю, вот это вот карточки здоровья, сколько максимум человек здесь может находиться. Спортбар, еще один бар, все чистенько, аккуратненько, и тоже он пока что закрыт. Идем дальше. Здесь у нас
Магазины работают только один. И вот он наш главный ресторан. Завтраки, обеды, ужины. Выдача сейчас происходит порционально. Подходите, вам накладывают то, что вы просите. Сейчас быстренько вам все покажу. Выпечка. Все свежее, вкусное здесь. Супы. Омлет. Здесь готовят блинчики, яйца. К сожалению, не смогу вам показать, что здесь есть сосиски, яйца, рис, картошка, сосиски еще и овощи вегетарианские. Пойдемте посмотрим то, что реально видно, то, что можно увидеть. Здесь тоже раздача. Тоже сосиски, каша с молоком, сосиски резаные, овсянка с молоком, это шпинат и это что-то помидоры, сосиски, яйцо. Омлет такой, да, готовый. Мюсли. Ну вот как происходит. Вы подходите, вам наливают, накладывают и дают то, что вы хотите. Про что я вам и говорил. Ресторан большой, кушать вы можете как внутри ресторана, здесь работает кондиционер, здесь не так жарко, как на улице. Или, соответственно, здесь на улице с видом на территорию, бассейн. Сейчас выйдем с вами. Ну вот, видите. Пойдемте быстренько дальше, посмотрим, что у нас еще здесь есть. Значит, вот он бассейн. Бассейн хороший, мне понравился. Вот там вот находится спа-центр. Единственное, что я его не посетил, судя по всему, он еще не работает. У них хороший бассейн, бассейн с выходом на территорию. То есть вы плаваете внутри, потом подныриваете и выныриваете уже на территории отеля. Это очень удобно. Аквапарк. Аквапарк. По крайней мере, пока мы были здесь, он... Ну, мы были после 6, поэтому он не работал. Я думаю, он работает, уже функционирует, его можно посещать. Сейчас вам ближе его покажу. Смотрите, какая большая зона для завтраков, обедов и ужинов. Вы можете кушать на улице с видом на сад, на море, на аквапарк, на бассейн. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 горок. Большие горки, новые. Круто. Я бы на них с удовольствием хотел покататься. К сожалению, возможности не предоставилось. Детский аквапарк. Там много горок тоже. Я уже снимал на телефон все это вчера, но хочу вам снять еще на камеру, потому что здесь качество должно быть гораздо лучше, чем то, что я на телефон сделал. Здесь рядом возле аквапарка находится маленький бассейн, закрытый тентом, и здесь площадка игровая, там много горок, детям там будет очень интересно, есть где полазить. Сейчас тоже подойду вам покажу. Клаб. Здесь закрыто тентом. Это очень круто, потому что летом здесь такая жара, что ну, мы ходим сейчас, снимаем, очень жарко. И вот такая площадка, вся закрыта от солнца. Дети здесь могут носиться, сколько им будет душе угодно. Видите, качели у нас находятся вот здесь вот. Они, правда, сняты пока. Я думаю, их скоро повешают. Kids Club, я пытался вчера зайти, он был закрыт,
Поэтому, скорее всего, пока что он не функционирует, потому что у нас коронавирус. Сейчас так попробую снять. Будет вон там видно что-то. Ага, видите, пустое все еще. Анимация. Вот здесь она проходит. Ух. Единственное, что сейчас, видите, все это убрано, и они не запустили еще. Вечером анимация проходила в снэк-баре на пляже, который вот здесь вот находится. Вот, вот эта крыша, вот здесь проходила вчера вечерняя анимация. Смотрите, какой крутой, да? Вот когда его запускают детям, здесь веселье. Я, в принципе, этот отель позиционирую как семейный. В ресторане очень много стульчиков для детского питания. Ну, кормить деток маленьких. Поэтому наши коллеги еще посмеялись, что они такого нигде не видели, чтобы такое количество было. Но вот анимация была здесь вечером вчера. Вот тут вот стоял проектор, играла музыка. На нее, к сожалению, не попал, но музыку слышал. И здесь, видите, работает. Можно тоже что-то заказать, посидеть, выпить чай, кофе, напитки. Пляж, пляж, пляж. Пляж у нас вот он. Пляж песчаный. Очень похож на пляж Белека. Вход пологий. Вы будете идти, идти, вам будет по колено. Потом где-то метров через 30 будет по пояс. И потом метров через 40 уже по грудь. Поэтому для деток здесь, конечно, круто. Большой, хороший, широкий. Сейчас быстренько тоже вам покажу его. Полотенца возле бассейна на входе вам выдают. Меняете, как обычно, на карточку. Ну вот мы с вами на пляже. Есть закрытая зона от солнца под тентом. Раба. Есть водные виды спорта, если кто-то хочет. Водный мотоцикл, банан. Ну, все как обычно. Вчера ребята убирали. Вчера, правда, был сильный ветер и высокие волны. Поэтому здесь так было. Штормило немножко. Смотрите, как красиво. Ну, гейка в этом плане, конечно, хороша. Здесь единственная вода мутная, потому что здесь песок. Но мы будем в других отелях. Я надеюсь, что там будет возможность показать, что она на самом деле прозрачная. Ну и вот мы с вами на пляже. Смотрите, женщина стоит. Ей по колено. Вон там молодожены плавают какие-то. И им, видите, по пояс примерно. Водные мотоциклы. Отель расположен рядом от пляжа. Тут буквально там 2-3 минуты пешочком. И вы на месте. Хочу поделиться. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска. Вы можете воспользоваться ей самостоятельно. pay.viking.by. Заходите, подбираете тур, который вам нравится, оплачиваете его самостоятельно. Все делайте самостоятельно. Приезжать никуда не надо. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень актуально. Пользуйтесь им, пожалуйста. В отеле есть футбольное поле, теннисный корт, второй корпус. Вот он, видите? В этом втором корпусе есть бассейны. На первом этаже вы выходите с номера и сразу оказываетесь в бассейне. Вот он, фитнес-центр и спа-центр здесь находится. Ну и опять-таки мы возвращаемся с вами на территорию отеля. Ага, эти бассейны все соединены, оказывается, друг с другом. То есть вы можете плавать по кругу. И тут мостики, видите? Вы переходите через мостики, под мостиками можно проплыть. Да, вот тут, видите, есть такой. Опа. И ты в следующем бассейне. Смотрите, видите, раз. Поплыл, поплыл, поплыл. О, молодец, парень. Проплыл, заплыл сюда и по кругу. Очень удобно, кто любит круги нарезать.
мы возвращаемся с вами на ресепшн и покидаем с вами этот отель. Вот так вот нас ребята встречают в отеле. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня. Thank you.